Итак, забрали машинку. Все, что можно было, пока сняли, но не до конца. Так, антенну. Почти вытащили. Молдинги снимал, да, уже? Ага. Эти боковые. Так, пытались снять что-то, это бампера. Все перержавело. Купили ВД. Так, это уже от двигателя. Запчасти. В салоне, по салону у нас что? Приборка снята. Магнитола. Салон еще разбирать надо. Так, сидушка уже почти вытащена. Так, движок. Сегодня будем убирать. Так, надо его отдать. Новый абсолютно. Шестерочный, да, движок? Движок, вот, наверное, не знаю. Так, из прибамбасов здесь стеклоомывательный бачок такой. А, педаль. Сейчас не видно. Включу свет. Педаль ножная. А где эта хрень, которая это, чтоб стеклоомыватель чистить стекло? Покажу. Руль. Оплеточка хорошая. Угарная вещь. Смешная. Вот такие дела. Ну все, предстоит разобрать салон. А? Ну что, скажи мне, что откручивать еще будет. Так, решетка троечная. Вся покоцанная. Немножко вот здесь. А остальное целое. Здесь все можно разбить. Насколько знаю, у тебя была ударная отвертка. Хром, хром. Да, возьми, пожалуйста, на двери, чтобы открутить. Пары запотевшие. Ага. Давай. Вот эти вот штуки ударные. Не пластмасса, да? Где-то хром, металл. Хром, тройка. Да. Видите, вот эти вот новые где-нибудь найти бы. А, ну такие же, скажешь, чтобы с СССР было все. Да. Что планируем делать? Восстанавливать тройку? Сделать тройку? Хочу тройку сделать в оригинале. Вот с такими хуйнями. Процесс идет. 50 рублей за штуку. Они продают, блин, вообще. Я их покупал уже на ту тройку. Я же на ту тройку молдинг же полностью весь стоял. А, это зацепка с молдинга подходит до бокового, да? А? На такой молдинг с бокового подходит. Конечно, они есть это. Охуеть. А ты что пил в рубахе, правда? Да ё-моё, это я себе специально ее сделал под эти самые. Под гараж. Ага, эту ты снимай. Так. Давай на крышу пока. Давай, Андрюшка. Смотри, не царапай гардеробку. Не говори, краску мне сейчас повредишь. А тройку собрался восстанавливать. Так, что, давай я тебе немножко гаечки сразу на капотину накрутим, чтобы не потерялись. Ты их лучше сложь куда-нибудь. Ну и давай сложим. А лучше бы накрутил, потом все разберешься, да, какая гайка куда. Да, это да, я так и делаю, в принципе. Я даже нафиг что-то посмотрел под днищу, да, что она более-менее живая. Что-то решил на всякий проводку всю подпустить. Я сюда могу. И проводка такая вся бодрая, думаю, может ее же я оставлю.
Если ты будешь проводку... Если... Да, это этот. Если будешь проводку выкидывать, Милуша, отдай. Концевичок. Я же тебе уже отдал одну. Лампочка. Ну, это одно. Я не жадный, я просто... Если буду выкидывать, то отдам. А выкидывать навряд ли я буду. Паночка, видишь, можно ее подать. Не, она, боюсь, наполнится, блядь, сейчас. Ну, наполнится, потом будешь кидать мимо. Все, давайте это мимо наполним. Да? Точно? Галя, обувь же не твоя? А? Обувь не твоя? Обувь не моя. Да, нахуй тогда и вышел. Да, сразу. Да, это мусор. Мы его выкидываем. А мы ее сдвинуть не сможем, в смысле? А? Сдвинуть не сможем, а значит... Сейчас. Сейчас сдвинем легко. Сейчас. Так, ага. Давай бегите пока на улицу. О, она вообще жёлтая. Он мешает, сейчас катать надо, мне надо под низ залезть. Конечно, такая помощь самая ценная на самом деле, когда стоит девушка и помогает морально работать. Какие же вы все-таки мужчины под низ? Да ладно, что-то... Еще. Стоп. Че, пошла, нет? Давай. Блять, мне кажется, она еще подлежит восстановлению. Да, она вроде бодренькая такая. Вот да, куда-то крайний случай на крышу закинешь и все. Ну. Вот вы сейчас поможете закинуть его куда? На руках. Если у нас сверх людей-то не требуется. Мутантов, да. А что за снятие бензобака еще надо у тебя? Если снятие бензобака, там много не надо. Ну я вот снял уже все, иди сними, если ты снимаешь быстро, потому что у меня-то по-другому. Сдергивай, здесь уже все соединено. Я там это пока окно оставил, тут нормальный кооператив там будет. Да нормально, там же девчонки. Ой, сиденье сдергивали, осталось 15 минут. Да блять. По графику. Хуя тут проводов, блядь. Я, ребята, у меня сзади можно Пикасу забирать уже, все. Подожди, сейчас мы все освободим и туда это заберем. Красилась. Все гаечки покрашены. Все залеплено. Все, в эту сторону. Стекла выдавливайте. Задние, все. Ноги ногами убирайте. А что сейчас штурм выдергивай вот этот, да и она выйдет вот эту хуйню прямо. Сейчас-то стекло пока некуда. А что некуда, в подвал? Или ты хочешь, Колян, сейчас за раз? Все, за раз, все снимаем. Он почему по графику говорит? А эти самые убираем? На, принимай. Болтики, давай, болтики сюда. Кромушки вон туда, вон к этой. Чё тебе этот-то, как его называют-то, блядь? Снимаю. Блядь, она будет... А это чё, под это, под полкой? Под полку, ну убирай, всё ж тебе вообще. Куда же класть полку-то, а? Рожок у кого на пятнашке? Колян, принимай. Это потом. Ну это вот туда, вот здесь вот это вот, пока выводить. Лёгко его всё, вот туда, это же всё по кузову горит. По салону туда дёрты. Хер, да нихера, ну да ёлку мать. Она тут какого размера? Это шапарно. Воздух отводит. Блять, это оператор нахуй пострадал. Чё с оператором? Убирать надо. Дёрни там с другой стороны оператор. Колян, это определяй куда. Я предлагаю ставить это условие. А нет, с другой стороны, это подарок. Не это от чего? Это сзади, вот спинка, вот. Я думаю... Ой, приехал.
Вот, кстати, Колян. А? Я без этих. Ага, это этот. Обычный ремень, который, да? Да, это я ремень скручивал. Хуже, если он сработает. Ну, и чем видишь, чем может крутиться, то и скручивает. А эти что, вставляем себе? Почему? Все замаем. А ты что полсел, крутился, ты что скручиваешь? Так я его моторчик скручу. Ну, ебан. Ебана нашел, что скручивать, да? Отвертку мне дайте, лопату куриную не гремлют, народ. А ты что, хотел перенуть? Одно время выберем, катаемся. Надо будет только по времени определить. А так как будет. Подожди. Там один намаз. Не рви. Вот, да он изнутри провод. Да подожди, ты, вот же штекера есть, блядь. Вы от магнитолы-то отсоединили? Нету там штекера впаяны, наверное. Да ебаться колотить. Точно это не. Песня такая грустная. Зачем? Это оптимист, блядь. Сейчас полью тебе, подожди. Кто не верил в мой трос? Какой? Тот зеленый. В смысле, кто не верил? Кто не верил? Мы, блядь, тянули это нахуй стропой. Стропой мы что тянули? Все. И машину твою, блядь. Стропой мы тянули ломы. Это шипит, блядь.